Сегодня мы проведем пилатес для начинающих. В нашей программе будет использовано базовое упражнение из пилатеса. Одним из основных принципов пилатеса является дыхание. С него мы начнем нашу тренировку. Садимся на коврик, придерживаемся за бедра, укладываем позвоночник назад. Положили. Руки вдоль корпуса. Стопы ставим на ширину таза. В комфортном положении. Хорошо, представьте, что в районе крестца у вас циферблат. Цифра 12 направлена к голове, цифра 6 к стопам. Совершаем движение таза. 12-6. Это базовое упражнение pelvic clock, тазовые часы. 12-6. Хорошо? Да, хорошо. И еще два раза. Хорошо, теперь 3-9, циферблат остался на месте. Вправо, влево. Старайтесь не задействовать колени. Хорошо. Теперь совершим 4 круга по часовой стрелке. Начиная с 12. Совершаем 12, 3, 6, 9. Расслабляем шею, плечи опущены. Хорошо. И 4 круга против часовой стрелки. Делаем движение плавно, не спешите. Хорошо. Теперь определяем центр нашего циферблата. Хочу отметить, что центр циферблата – это нейтральное положение таза. У каждого оно свое. Хорошо, приняли нейтральное положение таза. Правую ладонь кладем на грудину, левую – на живот, закрывая область пупка. Совершаем 8 дыхательных циклов в правую ладонь. Дышим. Старайтесь дышать глубоко. Вдох-выдох. Таз в нейтральном положении. Плечи опущены, шея расслаблена. Хорошо, закончили. Сегодня мы выучили основные принципы пилатеса и проработали базовые упражнения.